Да я упну, а? Могу? Ну тебе ж можно, да я тоже. Какие ему можно, а мне нельзя. А это что такое? А почему можно, а мне нельзя кинать? Я не хочу. Ну хоть чуть-чуть, ну разик. Ну, разик буквально, блин. Давай вали желез. По-любому что-то нарушил, да? Желез же? А если соседи меня спалят, интересно, это Семен? Ой, не-не-не-не-не-не. Фак, спалились. Ты прикинь, да? Всем привет, друзья. Меня зовут Владимир, и вы смотрите игровой канал Вредного Енота. Сегодня мы посмотрим игрушку и, наверное, даже начнем ее, которая называется Beholder. Буквально сегодня утром мне разработчики прислали ключик. Не побоюсь этого слова, прислали ключик. Я им оставил заявку на бета-тестирование. И вот они мне сегодня прислали ключик для Стима. Сказали, вот на, поиграй, вот тут пройди опрос. Там ссылочка, соответственно, тут тоже есть, да? Ссылочка в письме и так далее. Ну, что это такое, а? Ну, давайте посмотрим тогда, что это за игра. Почему ее нету беты, только по запросу. Честно говоря, я удивился, что мне дали доступ, поэтому меня нахрен пошли. Но тем не менее, я им заявочку отправил вчера вечером, сегодня утром у меня ключик уже был. Ну давайте посмотрим, уважаемый Карл Штейн. Рад сообщить, что ваше назначение на должность управляющего доходным домом класса D, находящегося по адресу 6 Крушвице, одобрено. Вам следует незамедлительно прибыть по указанному адресу и вступить в должность. Вам и вашей семье выделена квартира на цокольном этаже дома. Экспериментальный препарат, инъекцию которого вы уже получили на медосмотре, подавляет необходимость в ночном отдыхе. Это позволит вам посвятить больше времени служению Родины. Рады приветствовать вас в рядах элиты госаппарата Министерства распределения. Уважаемый Карл Штейн, рады сообщить, что ваше назначение на должность управляющего доходным домом класса D, находящегося в адресу 6 Крушвице, одобрено. Вам следует незамедлительно прибыть по указанному адресу и вступить в должность. Вам и вашей семье выделена квартира на цокольном этаже дома. Не, вот это классно. Экспериментальный препарат, инъекцию которого вы уже получили на медосмотре, подавляет необходимость в ночном отдыхе. Целую квартиру, что ли, подогнали. Это позволит вам посвятить больше времени служению Родине. А ты кто такой? Чё за очкарик? Это типа жилец был, которого спалили. Блин, ну класс. Я искренне надеюсь, что YouTube её не спалит. Но он глянет, прикольная такая. Темпик такой задает. Ну, лично мне кажется, что она прям вот сюда вот под такие рисунки очень даже вообще в тему просто. Давай вали желез. По-любому что-то нарушил, да? Желез же? Спалили его. Рады приветствовать вас в рядах элиты госаппарата. Министерство распределения. А, погоди, это что, это наш этот был? Ой, ё-моё, предшественник наш был, значит, так же увезут. Ну ладно, поэтому будем делать все строго по плану, строго по приказам и строго что там еще по министерству. Во. Так и будем делать. Ты что, завалит, блин, так же он отпинает морду и забьют. Выгнут нахрен, куда они вообще его увезли-то? Нафига таки два бычара таких. Чего я против них сделаю? Так, ну давай посмотрим. Вышла новая дирекция правительства. Это начальник, нажмите. Это начальник, нажмите на него, чтобы начать диалог. Знак восклицательный, сообщая, что персонаж готов дать вам задание. Вы должно быть Карл. Добрый вечер. Здрасте.
От имени Министерства порядка приветствую вас на новом месте работы. Что здесь происходит? Проводим мероприятие по обработке здания от вредителей. Не обращайте внимания. Хорошо. Как скажете? Ваш предшественник не справился с простейшей работой. А если человек, будучи на ответственной должности, не справляется с элементарным заданием, вывод может быть только один. Он сделал это умышленно, то есть стал вредителем. Теперь все. Чем занимаются жильцы этого дома, ваша ответственность. И под словом «все» вы подразумеваете? Под словом «все» я подразумеваю абсолютно все. Вы будете следить за каждым их шагом, фиксировать любую подозрительную деятельность. Если, конечно, хотите зарекомендовать себя хорошим служащим. А если планируете стать отличным наблюдателем, то рекомендую записывать их хобби и увлечения, и просто разговоры. Как я буду это делать? Вам нужно наблюдать и записывать. В этом помогут камеры наблюдения. Но давайте по порядку. Карл, у вас есть опыт управления домом? Нужна ли вам моя помощь? Конечно, надо. Я не откажусь от вашей помощи. Я помогу разобраться. Смотрите внимательнее вокруг. Для начала, вот ваш рабочий журнал. Он всегда будет находиться справа. Ступень должность, задание. Так, поговорить, ага. А чё мы идти-то в подвале? Цокольный этаж. Понял. Так, квартира. Это жильцы, да, видимо? Так, это что? Директива правительства. Запрещено укрывать преступников. Хорошо. Запрещено наказание за нарушение. Закрыть информацию о преступнике. Убивать. За кого убивать? Их убивать. Понял, ладно. Ладно, понял. Пролистайте вкладки и ознакомьтесь с ними. А, уже. После продолжим разговор. Так, не зеряйте, что вне очереди догадался. Но. Вернемся к наблюдению. Установите в доме камеры. Это существенно облегчит вам работу. И камеры. Так, это что, время? 1 сентября. Чего? Тогда нет. Это время, это... подожди, давай на паузу. Какие камеры? Так, судя по документам, вашему предшественнику было выдано 2 камеры. Все яблоки подлежат немедленному уничтожению. Храните его, употреблять их запрещено. Так, все понял. Хорошо, а камеры-то где? Тут? Купите. А как я куплю? У меня денег нет. Погоди, так это вообще какой-то хрень, помимо этой очки или что? Тут еще 2 разных валюты. Найдите их в вашем кабинете. Он справа от жилой комнаты. Справа, подойдите. Проходите. Ну ничего, нашел. Вот это, да. Вы можете обыскать предметы мебели. Для этого нажмите на рабочий стол, а затем на значок У. Вот этот рабочий стол, да? Нажал. Что? А что делать-то? Что не ходит-то? Что делать-то? Понял, у нас же пауза была. Точно, давай паузу отожмем. Не надо нам ускорить, давай простой. Все. Все, понял теперь. Бупа. Это я как-то на паузу нажал. Че это? Нажмите на предмет, чтобы посмотреть его описание. Нажмите кнопку взять, чтобы забрать его в свой инвентарь. Так, это, надо полагать, был сейф, да? Хорошо. Это сейф. Так, не думал. А тут как-то... Нельзя, да, только мышка все. Просто
помню, какая-то игра такая была удобна, чтобы можно было клавишами. Ну да ладно. Мы побеседуем. Отлично, вы нашли камеры. Их нужно установить в общей столовой. Следуй за мной. Хорошо. Идем. Семеним. Так, семья, подождите пока, не позорьте меня заходить туда. Так, нажмите на сигнализацию и уберите камеру, которая хотите установить. Чтобы снять камеру, нажмите... Что такое? Ладно, хер не знаю. Так, вот сюда, да, наверное? Нажмите на сигнализацию и уберите... А, даже вот сигнализация. Так, хорошо. А, вот еще одна, да? А там что? Ну, давай еще. Ох ты. Тут что-то есть. Это, я куда хотел. А чем мне тут камеры? Тут ж я. Тут ж меня с этого сам спалишь. Ну на. Ну, честно говоря, домик-то так себе квартирка, надо сказать. Ладно. Вижу, что пока вы неплохо справляетесь. Вот ваша первая награда. Давай. Ох ты, бабки взяли, а что такое? Очки... А, это авторитета очки, ни хрена себе. Погоди, я не понял, а если я покупаю камеру, что у меня, очки авторитета падают, что ли? То, что камеру купил? За очки авторитета, камерное наблюдение за жильцами в доме. Ага. Очки авторитета, это ваша репутация. Их платят за выполнение служебных заданий, вы можете использовать их в личных целях, для убеждения окружающих. К сожалению, меня ждут дела в министерстве. Однако, вы можете в любой момент позвонить мне со своего рабочего места по выделенному телефону, чтобы задать любой вопрос. И, кстати, я настоятельно не рекомендую вам, Карл, игнорировать звонки на этот телефон. Помните, что мы с вами в первую очередь служим нашему великому народу и выполняем директив и, выполняем директив и указания от министерства. Это наш хлеб, вода и воздух. Теперь перейдите к главному. В доме проживает несколько человек, которые находятся в зоне риска. Ваш предшественник не смог найти в доме порядок. Надеюсь, вы окажетесь благоразумнее. А как я могу это сделать? Во-первых, внимательно наблюдайте за жильцами. Как только соберете доказательства правонарушений, пишите рапорт. Об остальном позаботится наша стража правопорядка. И скажу вам по секрету, наше великое государство может быть очень благодарным тем, кто хорошо выполняет свою работу. А потому министерство может закрыть глаза на подлог, улики или на шантаж в случае, если это поможет вам достичь результата. Давай не будем спорить. Мне нравится ваше рвение. Не медлите со звонком в наше ведомство. Вы сможете получить любой совет от своего мудрого куратора. И последнее. Ключ, который я вам дал, подходит ко всем дверям в этом доме. Только убедитесь в том, что жильцы вышли из квартир, прежде чем в нее заходить. Многие наши граждане все еще пребывают в уверенности, что частная жизнь – это их личное дело. Пусть пока так и будет. Приступайте к работе. Есть, сэр. А что, как-то подальше на тени, что делать? Неудобно же. Ой, чуть-чуть, телефон. Вон она как. Так. Звони. Министерство порядка, ваш звонок принят. Здравствуйте, Карл. Вы знакомились с основными должностными инструкциями? Готовы получить задание? Да. Установите наблюдение за жильцом из квартиры номер 2. Там проживает Яков Манишин. Необходимые камеры вы сможете купить в государственном магазине. Соблюдайте осторожность, заходите в квартиры к жильцам, когда их нет дома. А, что это такое, сумасши? А, что-то мне нравится. Так, хорошо. А что телевизор? Что, зачем горит телевизор? Угу, угу. Что, Карл? Карл, ты рад новой должности? Я еще не разобрался, милая. Я очень испугалась, когда мимо провели этого человека на ручках. Кто это был, Карл? Это был бывший управляющий. Он не справился с работой. Какой кошмар. Карл, с тобой могут поступить так же. Не переживай, милая, я буду хорошим управляющим. Так, ладно. Так, где камеру купить? Вот магазин, да? А это что такое? Камера видеонаблюдения среднего угла обзора, функции видеозаписи. Широкий. А, не те, ага. Ну, давай.
хотя бы одну пока купим, там посмотрим. Так, малая. Он книжки читает, ладно. Я думал, они поговорить хотят. А подожди, это, наверное, мысли, да? То, что они делают. Все, понял. Вот он поднялся. Ага. Так, квартира номер 2. Это вот справа, да, которая? Что я могу сделать с ней? Открыть. Мне подключать не надо. Давай посмотрим. Здесь кто? Вроде никого нету. Так, давай откроем тогда. Давай камеру поставим. А, так, а я могу направить угол? Да кто? Это пацан, а чё он наш этот? Пьяный что ли? А нет. А чё шатался? Слышь? Ну-ка давай признавайся. Где шарахался? Так, сделайте обыск квартиры номер 2. Соберите информацию, а я... Подожди. Подожди, а как обыскать чё? А, вот так, наверное. Что это? Некоторые предметы скрывают информацию своих хозяев. Нажмите на выделенный текст, чтобы собрать информацию в досье. Получить очки авторитета. Не, подожди. Последует добором для сбора информации и улик достаточно кликнуть на цветной текст. Вот. Ой-ой, там кто идет? Это кто? Давай сюда, мы там выйдем. Давай сюда. Яков Манишев. А, играет в азартные игры. А, так его тут нету. А, так пойдем вниз опять. Ты кто? Яков? А ничего, получается, что приезжать будет? А, телефон! Нет, стой, что это? Подожди, я что-то чувствую. Что-то кипиш был. Подожди, телефон. Ну, не знаю, звони, да, что за значок-то это был? Министерство порядка. Поздравляем, вы успешно выполнили свое первое задание. На ваш счет пришла премия в размере... чего? 5,50. А, 550. А, по популярной информации, Яков Манишев нарушает директиву правительства. А где директива-то? А, вот обещано. Ау... Подожди, Кири, Хьюз. А, последите за ним, используйте камеру видеонаблюдения, чтобы жилец делает что-то за... А, проследите за ним, используйте камеру видеонаблюдения. Когда жилец делает что-то запрещенное, в зоне действия камеры иконка действия становится цветной. Кликните на иконку, чтобы собрать улику в досье. А, приложите собранные улики к рапорту. А, спасибо. Так, его нету. Пойдем еще... Опа, там что-то. Не, подожди, пойдем еще пошаримся. Подожди, или он... Не, его, наверное, нет. Давай-ка посмотрим. Загляни-ка. Чё это? Есть кто? Вот, типа, так давай, открывай. А если соседи меня спалят, интересно, это сильно... Ой, не-не-не-не-не-не. Фак, спалились. Ты прикинь, да? Вот это мы спалились. Немедленно уходите. Ой, простите, уже ухожу. А, ну ладно. Ты как смотрел-то, алё? Вот он. Плохо. Конечно, плохо, что тебя спалили. Ладно, пойдем к корреспонденту глянем. Блин, вот спалились-то. Смерть в игле. Чарли Смит, сын главы профсоюза шахтёров, был найден в бессознательном состоянии. Злоумышленники накачали его наркотиками. Сейчас он находится в больнице на лечении и реабилитации, а Министерство порядка призывает граждан соблюдать бдительность и пресекать любые попытки изготовления и распространения наркотиков. Иначе подобное может случиться с вашими детьми. Так, это что-то директива или что это? Голос правды. Наркотики – давний бич нашего общества, и надо было давно и серьезно не убраться. А не только когда начинает страдать элита. К слову, Чарли Смит не в первый раз оказывается в центре скандала. Что заставляет задуматься, действительно ли он жертва. А Чарли Смит, он не может жилет случайно? Тут кто? А Роза? Ты кто? А, Марк Ранин? Яков? А, Клаус Шиммер? Мария Шиммер? Нет, видимо, не это. Чё надо?
Так, ну они там вроде сами по себе. Скажут, что им делом занят, ладно. Как за этой собакой следить, а? Что делать-то теперь? Соберите улики, напишите рапорт на Якова. Как не это? Как не собрать-то, блин? Чё-то. Я думаю, похрен. Главное, что его не касается, и ладно, что такое. А, книга, личный дневник жильца. Опа, это надо взять. А, зеленый галстук, галстук с яркой расцветкой, годится только на празднике. Смотри, что нашел. Наркота! Это. Что это? Все, я сделал что-то. Запрещено использовать наркотики. Во, как рапорт писать. Так, давай, это, друг. Короче, иди нахрен. Наркодилер, хрена. Так. Напишите рапорт. Как его написать? Что это, наверное? Нет, запрещено. Вот, наверное, рапорт. Нет, подожди, а как рапорт написать? Для хомуха, рапорта как писать? Давай вот так вот пробуем. Так. Так я, да, в смысле, так. Подожди, а может быть как-то... слушай, ты чё у меня в хате шаришься? Ты берега-то не попутал? Я тебя заходил, что ли? Нет, а чё ты ко мне припёрся? А, вот, чтобы начать на описание рапорта, нажмите на стол и выберите иконку. Вон, ты чё. Ой, малая какая довольная. Молодец, бабка. Так, это семи старается. Воспользуйтесь вкладками для получения информации о запретах. Ты чё тут шаришься? Сейчас тебя загребут. Так же, блин, отпинает, как того. Что-то же, да, рапорт. Гражданин, ой, ё-моё, как же его звали там? Как я зовут? Яков. Манишек. Проживаешь в квартире 2. Да. Нашёл директиву. Какую директиву? Чё там рапорт где-то было? 60-40, да? Да. А 2 сентября, да? Да. Так, пришла новая директива, принесла. Подожди, еще это не понял. А, принеси сюда собранные улики. Ага, вот так, наверное, да? Вот. Так, наверное. Ой, 4-й год. Давай отправим. Все. А где директива новая? Так, где новый директив? Вот. Запрещено хранить иностранные деньги. Ага, понял. Так я же написал его или что? А, во, приехали! Пацаны приехали! Ну чё? Нет, могу. Ну давай. Не понравилось ему то, что слежу, блин. А как наркоту толкать всем подряд, в том числе и детям элиты, так молодец. На тебе! Только странно, почему первый удар был ниже пояса. Ты куда побежал? Давай, веди его. Да я упну, а? Могу? Ну тебе ж можно, да я тоже. Так и ему можно, а мне нельзя. А это что такое? А почему можно, а мне нельзя пинать? Тоже хочу. Ну, хоть чуть-чуть, ну разик. Ну, разик буквально, блин. Так и нельзя. Я в печали, как так-то? Я его сдал же, а пнуть нельзя. Ой, подожди. Пацаны, деньги! А, ладно. Так, мы задание выполнили, да? Так, новая директива какая-то опять пошла. Хранить книги Пола Уильямса. Уильямса. Пацан, ты что читаешь? Ты ж пацан. Ты меня-то не подставляй так. Какую книгу читаешь? Алло, стой, друг, стой, нет. Пацан, что читаешь? Корреспонденция. Во, смотри-ка. Рапорт принц, фигурант арестован. Хорошо. А, вот корреспонденция-то, блин. Ладно, пойдем узнаем. Что хотят теперь? Министерство порядка отмечает нарастающее увлечение философской литературы. В том числе набирает популярность труды Пола Уильямса, умершего век назад.
В его книгах описываются идеи, давно устаревшие и доказавшие свою нежизнеспособность, но тем не менее до сих пор влияющие на умы людей. Существование общества без правительства, главенство личной свободы выбора человека, естественно, настаивает на полном уничтожении опасных идей Пола Уильямса. Голос правды. То, что наше общество способно массово воспринять философские труды Пола Уильямса, говорит о невероятном его таланте и простоте слога. Необходимо всячески поощрять любовь к нашим великим мыслителям прошлого. Если мы хотим прогресса и культурного диалога между народом и государством. Философия — это полная бредятина. Ой, философы, вы не слышали, убили бы нахер. Эй, что еще пришло? Я же прочитал-то. Так, 42 часа, а сейчас сколько? Отремонтировать квартиру номер 2, заселить квартиру номер 2. Ах ты, блин, а что, ее сломали, что ли? А как отремонтировать? А, вот. А, ну окей. А заселить как? Так же, да? Доска объявления. Аллойзи Шпак, это кто? Джонс Папанеда. Какой-то, блин, хитро жопу такой. Ну, давайте вот это выберем. Кто какой-то взгляд хищный? Не, нельзя такого. Хитрый хищный. Так. Че это? Телефон. Че телефон? О, приехал морячок. Он этого напоминает. Ха, класс. И заходите на переднее-то этот. Зефирный морячок-то этот. Так, министерство, поздравляем, вы успешно выполнили это сложное задание. На ваш счет пришла премия в размере 1250 очков авторитета. В дальнейшем вам не потребуется давать отчет о выполнении заданий по телефону. Премия будет начисляться сразу после выполнения, а о новых заданиях мы будем вас оповещать по телефону. Напоминаем, если вы не ответите на телефонный звонок из министерства, вам будет выписан штраф. Вы обязаны всегда находиться в доме и брать трубку. Даже если вы при смерти. Все понятно? Да. Итак, вы избавились от нарушителя. Теперь вам нужно спросить жильцов дома о гражданине Шиммере. Нужно установить, как к нему относятся окружающие. После опроса напишите на него характеристику. Приступайте к выполнению. Хорошо. На связи. Так, подожди, а что-то выстрелки не появились. Что такое? Что ты квестов? А ты что заторгаешь? Подожди. Ты откуда появился? Дай посмотрю. Не так прикольно бегают. Мое почтение. Торговать. Что продаете сегодня? А вот, посмотрите. Так, она... Что за книга это? Нет, давай ставим какую-то личную жильца. Купить шоколадки. Это что у меня тут? Ладно, и галстук есть. Ладно, спасибо. Так. Тайна стоит явно. Подожди, а что делать? А, задание. Поговори с жильцом. Да стой, что ты делаешь? Да успокойся, закончить разговор. Че, пацан избегаешь, что ли? Дай сюда вот станок друг. Подожди, дай сюда тогда другой станок. Меня не сбили. Так, поговорить с женой Клауса, Шиммер, поговорить с... О, давай, вот поговорить с сыном. Сын, что ты хочешь? Какой-то ходишь в грустный? Да, отец? Какие шахты нахер? Давай про новости спросим. Про учебу. Я не пропустил ни одного занятия. Честно сказать, я не верил, что ты сможешь достать мне направление на учебу. Чуть старательно, сын. Нам твой перевод в университет очень дорого стоил. Я не подведу, отец. Что тебе надо? У меня есть дело, отец. Что тебе нужно? Начинать занятия по экономике, нам выдали список литературы. На учебники всякие, книги, по которым надо заниматься. Я зашел в книжный магазин, а там нет этих книг. Ребята говорят, если книги у старьевщиков на свободном рынке, но цены огромные.
А ты не можешь, не мог бы поспрашивать среди твоих друзей, вдруг у кого эти, есть эти книги? Ты ведь общайся с умными людьми. Ладно, подумаю, что можно сделать. Ага. Все, поговорили, да? Так, давай-ка, подожди. Сын, верю, давай нам это. Бляха, поговорил с сыном, да? Еще больше заданий накинулось. Ладно. Пойдем, поболтаем. Ну, дочурка, как сама? Играешь со мной? Не сейчас, Марта. Чудо-предельная игрушка. Давай про дом. Тебе нравится наш новый дом? Очень нравится. Он большой. А тебе? Мне тоже он нравится. У нас целых 3 комнаты. А раньше была одна. А еще у меня есть телевизор. Папа, у нас не берут телевизор. Нет, милая, не берут. Патрик сказал, что иногда показывают мультфильм. Подожди, стой, я чё, стой. Не сейчас, да. Случилось, милая? Папочка, случилась беда. Найра пропала. Ее нигде нет. Кто такая Найра? Это моя кукла. Моя любимая кукла, папа. Ты поможешь ее найти? Испугала меня Марта. Где ты с ней играл? Дома. Найра слишком маленькая, чтобы гулять по улице. Найди ее, пожалуйста. Хорошо. Блин, ладно. Ладно, опа. А ты что ты вообще шаришься по моей квартире, а? Телегин хренов. Ты кто вообще такой? Что, Харл? Милый, мне нужна твоя помощь, я не могу найти большую кастрюлю. Все, смотрел, ума не приложу. Куда она подевалась? Может, ее украли? Как ты думаешь, стоит вызвать полицию? Полицию из-за старой кастрюли? Не думай даже, скорее всего, ты забыл ее в старом доме. Ладно, раз ты так говоришь, может, поспрашиваешь у жильцов про кастрюли? Пойди, не откажешь новому управляющему. Я смотрю, Марти компот и верну. Ладно, я спрошу у соседей про кастрюлю. А вот. Анна, ты не видела старую куклу, с которой играет Марта? Она ее не может найти. Вот почему она такая грустненькая. А мне боится сказать, может, за шкафом лежит или под кроватью? Шкаф или под кроватью? Я посмотрю. Подёрнутая труба. Ноты. Ладно. Подожди. А, вот еще кровать. Вот еще шкаф. А, вот же еще кровать, ё-моё. Тут ведь кровать-то, ё-моё. Чё это, книга? Ладно. Шкаф. О, кукла. Отлично. Так, шикарно, подожди. Доча, стой. Я сейчас. Поиграешь со мной? Сейчас, Марта. Подожди, я хочу. Как там зовут твою куклу? Найра, я очень скучаю. Ты найдешь ее? Уже нашел. Вот твоя кукла. Спасибо, папочка. Я придумал отличную игру. Хочешь, расскажу? Найра будет шахтером, которого разводила в шахте, а я спасателем. Ничего себе игра. Может, лучше с кубиками поиграешь? Я построю шахту из кубиков. Ну ладно. Чем бы тебя не держалось, лишь бы не плакал. Так, погоди, а время-то идет. Притом так быстро. Поговорить с женой Клауса Шиммер. Кто такой Клаус Шиммер вообще? Где его жена? Так, подожди, я как-то могу? Как-то. О, могу, да? Вот. Давайте мы на сегодня прервемся, я думаю. В принципе, посмотрели, игрушка обещает быть вроде как любопытной. Посмотрим, к чему это все приведет, насколько длинная бета. Потом посмотрим, какая будет полная и так далее. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Оставьте комментарии, ставьте лайки, делайте репосты. Всем удачи, пока!